Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Лилия Горопаха, художник-дизайнер по Канзаши. И сегодня мы с вами снова будем делать украшения для наших мальчишек. Сегодня нам понадобится ленточка 4 сантиметра. Вы можете взять любой цвет. Я сегодня покажу традициональный цвет черный. Итак, что нам для этого понадобится? Клеевой пистолетик, иголка с ниткой, линейка, ножницы. Также нам для застежечки нужна будет липучка. Вот такая узкая ленточка я взяла 1,3 мм. 1 сантиметр и 3 миллиметра шириною. По длине вы обмеряете окружность шейки вашего ребенка. Я беру всегда 35 сантиметров с запасом немножечко. И также нам сегодня понадобятся наши стразики. Итак, прежде всего мы отмеряем ленточку шириной 4 сантиметра. Я взяла один отрезочек 22 сантиметра и второй отрезочек 19 сантиметров. Мы, конечно же, обжигаем его с двух сторон. И один, и второй. И соединяем между собой, как мы делали в первом варианте, когда мы делали с вами обыкновенную бабочку. Вы соединили простым наметочным швом. Затем определились со серединкой, ну, вот так приблизительно. Хорошо, затем опять немножечко я наметочкой вот так вот все-таки уже вдвое прикреплю. Как видите, ничего не закрепляю, ничего, никаким узелочком завязываю. И то же самое я проделываю с другой стороной. Я соединяю наши две половинки так, чтобы было все посерединке, наши шовчики. Вот так вот. Или можете приложить к линеечке, чтобы у вас все было вот тут вот ровненько. И затем только соединяете вместе. Проходите точно так же наметочным швом, но теперь уже мы будем стягивать наш бантик. Вот так вот мы стянули и закрепим. Закрепим уже узелочком то, что мы с вами прошили. Лишнюю ниточку, конечно же, мы отрезаем. Ну и такой традициональный бантик у нас уже начинает проявляться. Затем мы берем еще кусочек, вот такой вот небольшой квадратик нашей широкой ленточки. Точно так же обжигаем, чтобы оно у нас ничего не трепалось. И для того, чтобы обернуть вокруг, я складываю вот так вот втрое. Затем вы накладываете и можете пришить. Ну, а я все это приклеиваю. То есть я приклеиваю сначала к бантику один краешек и потом второй краешек. Клеиваем пистолетиком. Точно так же я приклеиваю вот здесь. Итак, вы приклеили. Это у вас изнанка получилась.
вытягиваете все аккуратненько. Вот такая красивая уже у нас бабочка, как видите, получилась, не правда ли? Двойная. Теперь мы будем делать, расправляете ее немножко, чтобы она была пообъемнее у вас. Затем я точно так же беру, отрезаю опять-таки квадратик от ленточки широкой, обжигаю с двух сторон. И теперь уже делаю трубочку. Делаю трубочку. Вот так вот легенько мы приклеили. Сделали трубочку сквозную, как видите. И теперь я эту трубочку приклею к изнанке. Наносите клей по всей длине. И я приклеиваю вот так вот нашу трубочку для того, чтобы сделать крепление. Затем вы берете вашу узкую ленточку и продеваете аккуратненько, помогаете ножничками, продеваете в эту трубочку. Продели в трубочку, вот у вас уже ваша бабочка на ленточке. Затем мы берем, конечно же, по ширине нашей полосочки, отрезаем крепление. Крепим наше крепление с двух сторон. Только смотрите, не ошибитесь. Если вы приклеили одну сторону снаружи, то другую сторону вы будете клеить изнутри. У нас уже готово, и нам остается только украсить наш бантик. Итак, я хочу украсить его нашими маленькими стразиками. То есть я сделаю всего лишь навсего сделаю вот так вот. Одна и вторая сторона, и вот такой бантик у нас с вами получился. Не правда ли, очень нарядный, традициональный, классический двойной бантик. И сейчас я вам покажу еще второй способ, как изготовить ничуть не хуже вот такой вот красивый двойной бантик.
вот такая у нас, опять же таки, фирменная бабочка двойная у нас получилась. Если вам понравился этот видеомастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и не забывайте делиться с друзьями. А я вам желаю всего самого наилучшего и творческих вам успехов!